комплексе «Первый квартал» продолжается возведение новой школы. Образовательное учреждение рассчитано на 1675 учеников. Из-за особенностей рельефа местности здание будет разноэтажным, с односкатной прозрачной крышей. Все помещения многофункциональны. Атриум с амфитеатром на 600 мест, классы-трансформеры, большие спортивные залы и множество общественных пространств. Для начальной школы предусмотрен отдельный блок с собственным выходом во внутренний двор. На данном этапе выполнена работа по устройству колодцев ливневой и дождевой канализации. Монтируются колонны и ригели первого этажа. Готовится гидроизоляция стены цоколя. Побывал на объекте, проверил ход строительства и пообщался с застройщиками глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Но в этом году, значит, эту школу надо обязательно запустить. Даже если это будет не сентябрь, но в этом году декабрь, точно дальше срока никуда не подвинем. Учебное заведение позволит существенно разгрузить 11-ю школу, которую посещают юные жители новых микрорайонов. Порядка 800 человек уже точно будет, но в связи с вводом новых домов ожидаем дополнения контингента. Качество и график выполнения строительных работ Станислав Катров будет держать на контроле.